связи с обстрелами вооруженными силами Армении, границы Азербайджана и местного населения, руководство оптово-розничного продовольственного центра Food City в Москве объявило бойкот и запретило армянским товарам выходить на рынок. Как передает ДЭАС, в связи с этим армянский консул и представители армянской диаспоры наглым образом, без назначения встречи и аккредитации, пришли и уселись в конференц-зале, требуя встретиться с руководством центра. Однако, в зал вошла охрана Food City и потребовала наглецов немедленно покинуть территорию здания. Провокаторы отказывались уйти, и охрана вынуждена была выгнать их. Предлагаем вниманию данные кадры. У нас под видеосъемка с братом, слышно нас покинуть территорию. Я представляю, что это запас. Хорошо, с вами все. Должна быть заранее согласована с отделом рекламы. С нами сейчас не так, не в том тоне, не так, не ту беседу сейчас идем. Я по сути... А вы незаконно хотели, что-то, какие вопросы задавали? Уважаемый, у нас вы с посольства Армении, правильно? У нас все согласовывают с руководством сначала. Потом вам дают аккредитацию, тут потом вы снимаете что-то здесь. Не, незаконно или хотели снять провокацию, устроились? Все, давайте. Давайте выгоняйте за территорию. Давайте. Слушай, ты дом придержи, да? Давайте. И ты веди себя нормально. Давайте, выгоняйте их отсюда. Выйдем не тебя. Дом веди. Давай быстро за территорию, быстро. Ha ha ha.